Доброе утро, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые телезрители. Спасибо, что смотрите «Утро с губернией». Мы сегодня приготовим вот такую вот поджарку из свинины. Сейчас мясо я посолю и буквально сразу отправлю его на сковородку. Добавляю растительного масла. Далее то же самое я делаю и с картофелем. Сейчас посолю, отправлю на сковородку и буду обжаривать. Ну и пока у меня картофель и мясо обжаривается, я сейчас мелким кубиком нарежу лук репчатый. Также разберусь и с помидорами. И черрики, помидоры черри разрежу пополам. В тот момент, когда мясо подрумянилось, поджарилось с двух сторон, мы отправляем сюда на сковородку репчатый лук и добавляем сюда же помидоры черри. После этого мы убавляем мощность конфорки и на среднем огне, на средней мощности, закрыв всю эту красоту крышечкой, мы начинаем это тушить. Не забываем, конечно, следить и за картофелем. И когда он уже поджарился со всех сторон практически, вот это самое идеальное время для того, чтобы открыть сковородку с мясом и отправить сюда картофель. Теперь все это перемешать и оставить тушиться примерно на 20-30 минут. С пылу, с жару, с горячей просто сковородки я выложил сейчас на тарелку картофель, томаты и мясо. Остается все это заправить сверху майонезом. Майонез торговой марки МЖК, провансаль. Майонез вообще считаю лучшим соусом для любого блюда, особенно провансаль от МЖК. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.